Расскажите, вы человек бывалый, ну, наверняка много фестивалей, много всего. Что скажете о Смоленске? Смоленский фестиваль, я видел много, на самом деле, фестивалей в Европе, в мире и в России. Я скажу, что Смоленский фестиваль, он для меня такой один из самых позитивных российских фестивалей, прежде всего, по некоторым параметрам. Во-первых, я удивлен, я первый раз на вашем фестивале удивлен, как могут ваши смоляне ездить за 30 километров. Такое достаточно непонятное место, не самую лучшую погоду. Потому что я знаю, что москвичей, например, никак не поднять на этот подвиг. Это первое. Второе, совершенно позитивная атмосфера. Спасибо большое. Я сам провожу некоторые фестивали в России, да, но атмосфера здесь действительно очень позитивно, и на самом деле есть чему поучиться в организаторах вашего фестиваля. Третье. Сюда на самом деле сейчас привезли в этом году лучшие команды, которые сейчас есть в России. Может быть, они сегодня не показали всего самого лучшего, что они могут сделать, но на самом деле класс, по крайней мере, первых двух команд, он был существенно отличался от других, но и он был высоким. Что вы можете сказать о выступлении своей команды? Своей команды? Ну, знаете, честно говоря, наша команда не так часто принимает участие в фестивалях. Мы все больше работаем в таких больших значимых мероприятиях. И начали принимать участие в фестивалях по-настоящему не так давно, так скажем. Сегодня это была не лучшая наша работа, не лучшая. Кое-что не получилось. Нужно поработать над некоторыми специальными эффектами. Но поверьте, сегодня некоторые технические новинки, которые мы привнесли, это... Наша команда была единственная, которая это сделала. Если вы посмотрите видео, я могу вам показать эти моменты. Ну, к сожалению, в такой вот борьбе с командой «Орион» мы, по мнению жюри, сегодня проиграли. Ну, я поздравлю «Орион», потому что это действительно флагман, так скажем, нашей пиротехники, которая принимает участие в очень многих мероприятиях. Да, и, скажем, человек, который сегодня проводил фейерверк, он когда-то работал у нас в том числе. Но это было давно уже. Ну, на самом деле, ваше выступление отличалось чуть-чуть от выступления других команд. Размах, это было видно. Можно еще... Вы знаете, просто сегодня вот тот случай. Обычно я отсматриваю то, что делают наши пиротехники, я отсматриваю заранее. В этот раз они попросили меня, не вмешивайтесь, пожалуйста, во все это дело. Мы сделаем это хорошо. Ну, сделали хорошо, но снова не выиграли. Ну, что я могу сказать? Немножко расстроен. Может быть, если я посмотрел заранее, может, какие-то коррективы внес, может быть, было что-то по-другому. Можно пару слов пожеланий фестивалю, дяде Грише? Да, дядя Гриша, во-первых, очень приятный, Алексей очень приятный человек. Большой и спокойный, да, для подзывающих до времени, сам такой. Удачи, во-первых, 6 фестивалей, таких отрубить, это дорогого стоит. Ну, и если пригласить в следующий раз, мы отнесемся к этому, я думаю, посерьезнее. Сделаем еще красивее. Спасибо вам большое. И также мы рассчитываем, что дядя Гриша приедет на наши фестивали. Мы его обязательно пригласим когда-то. Не когда-то, а в ближайшие наши фестивали мы обязательно пришлем его приглашение принять участие в одном из мероприятий, которые организуем мы. Надеюсь, все получится, и он вас посетит. Обязательно. Спасибо огромное.